Белка. Вот белка. Поближе, поближе снимаю. Что-то не шевелится. Привет. Маленький, какой красивый. А, уж все, уже убежал. Наверху. Вон там видно, не видно. Вон там, я вижу. Вон там. Бедный испугался. Не видно. Не спускается, наверное. Вижу, просто боится, не спускается. Надо было резко или сельника. Они стакан продали. Женщины сидели там. Я стаканчик взял, пока до полка на. Они очень полезны, кедровые орехи. Мы на них самогонку настаиваем. Представляешь? Вот берешь орешки, в скорлупе все, засыпаешь в самогон. Ага. Он настаивается, становится такой, как коньяк. Как коньяк, да, я видел. Вот. Орешки достаешь эти, раскалываешь. Ага. А ядро растворилось и ушло. Через стенки все ушло, да. Сама. Ну, как коньяк становится, я видел, да. Натуральный кедр, он очень, он начинает давать шишку где-то в 90 лет. Ты не дождешься просто его. Поэтому сейчас самое прививают их. Ну, в магазине продают же этот кедровый водки. Там есть этот. Орешки? Орешки, да. И красные этот водки. Кейдан, когда я был, сумбердайс. Класс! Как у нас есть пушка вот так? Сапар, боже, из арома у нас тяжелый.